Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня очередной обзор моих покупок из Китая, с китайского сайта NewChic. Этот обзор очень легкий, заказываю себе самые нужные вещи, которые мне нужны, допустим, на данный момент. Поэтому вот хочу с вами поделиться. Самое первое, что я заказала, это такая вот простенькая точилка для ножей и для ножниц. Вещь очень нужная в обиходе, то есть она практически неубиваемая, очень долговечная. В ней есть две выемки, одна для ножей и одна, соответственно, для ножниц. То есть штука такая обязательно must-have должна быть в каждом доме. Следующая штучка, которую я заказала, это вот такой вот коврик, он лучше любого успокоительного, очень приятный на ощупь, и используется он как подставки, допустим, под горячее, либо как нескользящий коврик, но я его покупала именно для мойки тефлоновых разных покрытий или покрытий, которые нельзя, допустим, чистить какими-то абразивными щетками, порошками и тому подобное, а эта щеточка прекрасно справляется со своей работой. Мыть ее можно, просто простернуть ее, как, я не знаю, там, ручками с обычным моющим, либо закинуть ее в мойку для посуды, то есть вещь очень простая. Заказала вот такой вот еще маленький себе коврик для снежинок, опять же, скоро Новый год, у меня есть один такой коврик наподобие для гибкого айсинга, такой с тоненькими, а этот для мастики, то есть чтобы были разные у меня, допустим, декоры, поэтому заказала вот такой вот еще очаровательный маленький коврик. К нему же заказала вот такие вот прекрасные завиточки, бордюрчики, очень удобно, когда какие-то там тортики, коробки, сейфы и тому подобное, очень красивые всякие такие зигзаги, очень рельефные и очень интересные. Сейчас, к сожалению, смотрела, вроде его нет в наличии, но они очень часто появляются, и их там очень много на этом сайте. Следующими заказала, это вот такие вот разного размера формочки для печенья. Первые формочки, это просто 4 формочки здесь у меня. Это самые стандартные формочки для росписи печенья, как для свадебных, для детских, то есть такие типа как открыточки делать. Самые классические, самые стандартные. Металл довольно плотный, хорошо разрезает у вас тесто, то есть очень мне понравились такие вырубки. Я уже этой фирмы заказывала. И заказала вот такой вот набор 3D. У меня в прошлый раз я заказывала набор для 3D, чтобы делать пряничный домик, а это из той же самой серии, только собирать разные декорации, я бы сказала. Здесь у меня вот такой вот есть как снеговичок, вот еще не снеговичка, это все одевается вот так вместе, и снеговичок, пряничек у вас вот так вот будет стоять рядышком. Расписывайте, разрисовывайте. Есть также вот такая вот елочка, опять же, ее тоже одевайте друг дружку, и у вас получается красивая стоячая елочка. Тут также есть еще типа как санки Деда Мороза. Все на подножках, все ставится, все очень красиво. И вот такой вот типа олень. И ножки к оленю, которые тоже вот так одеваются. То есть наборчик тоже, мне кажется, очень интересный. Особенно деткам будет вообще очень интересно. Всякие вот такие вот штучки. У меня ребенок обожает именно пряники, пряничное тесто. Это он обожает. И заказала очень нужную вещь. У меня уже есть одно такое кольцо, но обычно его недостаточно. Если несколько тортиков, и они одновременно стоят под прессом, мне не хватает, как всегда, именно еще одного разъемного кольца. Поэтому заказала разъемное кольцо. Оно очень крутое, реально. У них очень крутое. Я покупала украинское производство, у нас немножечко другое. А это такое... Ну, не знаю, в общем, оно мне понравилось больше. Оно какое-то, что ли, плотнее, я бы сказала. Хорошо скручивается, диаметр от 16 до 30 сантиметров. Очень удобно, не раскручивается обратно. И последнее, что заказала, вот такую вот формочку. Это стандартная формочка для кексов, либо для разных корзинок, песочных и тому подобное. Она абсолютно стандартная, подходит для стандартных вот таких вот формочек. Сейчас покажу. Это обычная, по-моему, 3,5 на 5 или на 6, по-моему, если я не ошибаюсь, они прекрасно сюда залазят. Или, допустим, если песочное печенье, точнее, песочные корзиночки, я их просто одеваю наверх и вот так выпекаю вверх ножками. Дорогие мои, к Новому году планирую заказывать еще с этого сайта и сделать также новогодние подарочки для вас. Поэтому обязательно перейдите на сайт по ссылочке под видео.
И посмотрите, что бы вам такого понравилось именно там на сайте в разделе «Кухня, столовая и бар». Самые интересные или самые такие неординарные позиции я обязательно разыграю в следующем розыгрыше. Предполагаю, что это будет ближе к новогодним праздникам. Так что участвуйте, ссылочки мне на данный товар сбрасывайте здесь в комментариях под видео. Мне будет очень интересно, чего же вам такого бы хотелось. И обязательно разыграю и поделюсь с вами. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока.